А что можно сделать в таком случае? Ну что можно сделать? Живу в хрущевке, подвалов каких там не имею. Поэтому что? Как будет, так и будет. Как все, так и я. Там, я не знаю, деньги, может быть, потратили последние или еще что-то. Если бы они были, то да бы потратили бы деньги. А их нету. Я, во-первых, ни продукты бы не закупила, ничего. Жила бы как жила, что было, то и было. Это зачем готовиться к смету в магазинах? Это же все специально делают. Дома бы сидели, никуда не выходили. А сейчас в поезде будем конец света встречать. А вы что бы сделали, если был последний день, бабушка? Что делать? Ничего не сделаешь. Чему быть, тому не миновать. Да. А так бы? Что запасаться? Все останется. Шу-шу. Только русские всех пошлет и пойдет на работу.